Я Мария Нестерова, я бывшая сотрудница таможни, мне 54 года. Я окончила факультет прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. Всю жизнь я работаю на государственной службе. Почти 8 лет я проработала в Минской региональной и центральной таможне старшим инспектором. Меня задержали 23 октября 2020 года прямо возле моей квартиры. У меня дома был обыск. Меня незаконно обвиняют в участии в массовых беспорядках.